Неположительные, даже агрессивные неположительные. Его обвиняют и в тех грехах, которые, и в тех ошибках, которые он совершал, и в тех, которые он совершал. Вся вина за все боли этой страны, она взвалена на него. И тем не менее, я считаю, что это очень круто, что Театр нации и Женя лично взяли на себя такую ответственность, все эти риски, и создали этот спектакль. И мне кажется, что зрители, которые приходят на этот спектакль, вот наполненные этим негативным отношением к Михаилу Сергеевичу, с ними что-то происходит, даже если оно не меняется, то, по крайней мере, они задумываются, все ли было так на самом деле, как это представляется у них в сознании, или же было что-то не совсем так. По крайней мере, они уходят с вопросами, и это очень хорошо. Но ведь это не байопик, да, это же не история его, там, не знаю, карьеры, это история отношения людей, да, я понимаю, больше всего. Ну, вообще-то это история отношений двух людей, да. Это не байопик, безусловно, но там прослеживается достаточно внятная линия, да, биографическая, от рождения. Кроме того, вы увидите, что там есть ход, предложенный режиссером Алвесом, ход вхождения в роль. Мы в начале в этом спектакле Чулпан и Женя. Мы не Михаил Сергеевич, а Рес Максим. И это важно, потому что формируются и наши отношения и к нашим героям, и к этому времени в процессе всего спектакля. И в том числе в обретении характерности, в вхождении в образ. Это все происходит прямо на глазах у зрителей постепенно, все это открыто, такая кухня актерская, что ли.